Ну и третья вещь, про которую я хотел вам сказать, это, я это называю жалостью к себе, вот, хотя вопрос на самом деле значительно шире. У меня такая книжка есть «Быть эгоистом», вот, и я в ней подробно рассказываю, сейчас не знаю, удастся ли мне эту мысль сконцентрировать как-то коротко в рамках нашего такого эфира. Вот. Но вот вы задумайтесь сами. Вот представьте себе вы и мир вокруг вас, вот эти другие люди. Вопрос на том, куда вы ставите акцент. Да? Потому что если вы ставите акцент на других людей, то дальше вы оказываетесь в ситуации, что вы постоянно должны учитывать их мнение, как-то соответствовать, пытаться как-то под них подстраиваться там, и так далее. Если вы переносите этот акцент на самих себя, то у вас возникает обратная ситуация. Да? Все как бы должны под вас подстраиваться, но им не очень, видимо, это хочется. Ну, как правило, людям не хочется под нас подстраиваться, вот. Как нам особенно не хочется. Вот. И дальше получается, что мы социально оказываемся в какой-то дискомфортной для нас среде. И вот возникает такой маятник, да? Ну, вот есть возможность находиться в этом маятнике между вот этой жалостью к себе, когда меня никто не понимает, потом потребность все-таки в социальном взаимодействии толкает нас на построение отношений. Построение отношений тоже, в общем, дело непростое, и там тоже те же самые сидят аутисты, которые хотят, чтобы на них подстраиваться и готовы больше брать, чем отдавать. Ну вот, и дальше возникает вот этот вот патологический маятник, в котором, естественно, возникает чувство собственного какого-то такого одиночества, какой-то брошенности в мир происходящий там и так далее. А дальше уже включаются процессы мозга, про которые я рассказываю как раз на курсе КТ онлайн, которые как бы приводят к тому, что у нас возникает целый набор таких рациональных установок, которые не позволяют нам чувствовать себя функциональными в мире, да, то есть мы хуже решаем задачи, мы хуже строим отношения, ну и вообще в целом у нас возникает ощущение, что жизнь как-то тлен и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, и вот третий аспект, он связан как раз с нашими социальными отношениями, когда мы не получаем должного подкрепления. Ну представьте, вот встали бы вы с дивана, если бы вы знали, что если вы что-то сделаете, вокруг все будут в большом восторге и будут говорить: «О, ты крутой, офигенно, супер», вот и так далее. Ну, наверное, было бы больше мотивации вставать с дивана, да? С другой стороны, когда вы уже легли на диван, вам надо вставать, и вы не знаете, получите вы социальную поддержку, получите вы одобрение или нет. И вы начинаете жалеть себя уже заранее, что вы можете стараться, можете все делать, все-таки дико потрудитесь там и так далее. Вот. А придете, и вам скажут: «Ну, фифа, вот это мало ли что-то». Ну, конечно, это отвратительно все. И дальше начинаешь все больше себя жалеть, страдать, мучиться. Вот, и дальше начинаешь потреблять всякую ерунду, так, потому что ничто так не отвлекает, как листание ленты. Вот, начинаете листать ленту, а мысли уходят, значит, в ленту, все опять раздергивается, никакой информационной доминанты, потом мозг трещит, значит, от этого. Он же несчастный, вынужден все потреблять, что вы там ему показываете. Он от этого трещит. Ну, вот, вы смотрите вокруг, думаете: «Господи, куда дальше бечь?» И будущее не рисуется, бить никуда не надо, вы снова на диван, снова жалость, снова вот это все никакой доминанты, снова нету будущего, снова люди кругом сукины дети, и вы снова несчастны, вот, и все. Как встать с дивана? Вот, есть мысли? Вот, и не встать с дивана невозможно, я вам честно говорю, вот все невозможно. Единственный способ, который вот в нынешней ситуации позволяет нам радикально изменить вот этот вот давящий на нас пресс гиперинформационной среды, социальной разрозненности, атомизации общества, информационной перегрузки, отсутствие как бы очевидных социальных перспектив, да, вот этих вот лифтов пресловутых там и так далее. Куда ехать этим лифтом, понимаете, вообще непонятно, куда они ездят. Куда это, вот, как заходишь, непонятно, метро приехало, и куда едет оно? Это вот вы стоите, не знаете, в дорогу, кто-то приехал, одно ехало туда, лифт нет или что это было? Вы говорите: «Нет, я подойду в другую, там тоже непонятно, куда едет», и все, снова, все, вот такая катастрофа. Да. И единственный способ вот со всей этой вот внешней билибердой справиться, это начать организовывать самих себя. Потому что то, что мы с тобой представляем изнутри, позволяет нам строить
себя и свою жизнь по ступеньке, переходя, ну, как бы на разные области, проверяя их, понимая, насколько они нам органичны, что нам по-настоящему важно, да, как строить отношения с другими людьми, чтобы это было, в общем, для нас не работой. Ну, она работой будет, но такой работой, знаете, с хорошо оплачиваемой работой. Хорошо оплачиваемой работой, оплачиваемой улыбками, поддержкой, любовью, вниманием там и так далее. Ну, такая работа неплохая, если так платить за нее. Вот, и вот эти знания о том, как мы устроены сейчас, это must have для любого цивилизованного человека, который хочет двигаться дальше, хочет, чтобы его жизнь налаживалась. Рассчитывать на то, что она будет налаживаться в этом мире, где уже 8 миллиардов людей хотят счастья, вот, а его выдают, в общем, мелкими крупицами, непонятно кому, и вообще ли выдают под вопросом, да, судя по тому, как все живут, даже сильный мир сего не позавидуешь никому. Я уж не говорю про как люди, у которых вообще нету каких-то дополнительных ресурсов для жизни, для существования своего. Это катастрофа. Вот. Но мы не будем сдаваться. Вот. Мы не будем, как бы, мы не будем зареветь. Мы не будем себя жалеть. Вот. Мы не будем ждать от всех, что нас спасут. Мы не будем как бы распыляться на бог знает что, потому что нам надо собраться на самих себе, понять, как работает наш мозг, понять, какие у нас есть внутренние ресурсы, и благодаря этому уже отстраивать свою жизнь шаг за шагом, потихонечку формируя вокруг себя ту реальность, которая нам действительно необходима. И это сейчас задача каждого человека. Итак, если вы хотите вставать с дивана, вам нужно думать о будущем, и нужно знать, как мозг формирует будущее, как префронтальная кора создает образ будущего. Второе, вам нужно формировать себе информационную доминанту, а за это отвечают у нас задние отделы мозга, да, там теменная кора, височная доля, затылочная доля. Вот там формируются у нас вот эти информационные доминанты, которые потом толкают в префронтальную кору получившиеся интеллектуальные объекты. Вот. И нужно, очень важно, конечно, чтобы дефолт-система, которая отвечает у нас за социальность, за умение строить отношения, за способность, так сказать, чувствовать себя нужным, востребованным, ценным, вот, она тоже должна включиться. Вот. Поэтому вот эти механизмы и лежат в основе новой жизни для тех, кто хочет не только думать о чем-то, но и делать что-то, чтобы это что-то менялось. Вот. Соответствующие знания вы сможете получить на курсе КТ онлайн. Со следующей недели стартует новый поток. Вот. Только что я пару дней, что ли, назад встречался с теми, кто был сейчас на потоке. Мы обсуждали самые разные вопросы и темы. И я вижу, насколько большую радость и сколько возможностей приносит этот курс. Вот. Поэтому искренне вам его рекомендую. А сейчас...